Фу, какая гадость, это рыбий жир. Пейте и не вредничайте. Нам срочно нужно убегать. Я пошел, пока. Давайте полейте здесь без меня. Куда? Яна, хватит спать. Ты собрала портфель? Пенал, где пенал? Нашла пенал. Так, все, давай быстро. У нас 5 минут до уроков. Пошли в школу. Одевайся, хватит спать. Я тебя сейчас отвезу на машине, чтобы было быстрее. Так, шапка, там мороз, холодно. Одевайся, да хватит спать уже. Пошли, где портфель? Вот, нашла портфель. Все, пошли. Что? Шапки не надо? Шапки. Нету нигде. Короче, нет времени искать. Взрослым не нужна шапка. И так нормально. Ладно. Там всего лишь минус 5. 2 hours later. Как же там холодно. Зря я шапку не взяла. Нужно было еще и перчатки взять. Больше на улицу без шапки не пойду. Ладно, иду попью чайка теплого. Ой, чаечек. Ой, как же холодно. Two hours later. Мама? Ты где, мама? Мама, ты тут? Мама, я уже пришла. Почему ты меня не встречаешь? Мама, ты тут? Мама? Мама, все в порядке? Что-то мне плохо. Ой-ой, ты, походу, заболела. Да, дела плохи. Из-за того, что ты шапку не одела. Вот видишь, взрослым тоже надо одевать шапку зимой. Ну, теперь я вообще буду вообще одевать. Мне кажется, тебя срочно надо лечить. Как? О, я где-то читала, что коты лечат болезни. Бери кота, а я пошла в магазин. Кота? Ну ладно. А еще на собаку. Пусть тоже тебя лечит. Еще и собаку? Да. Давай. Вообще. Ну все, я пошла. Что? Давайте, лечите меня. Я не понял. Она нас еще сейчас заразит. Нужно бежать отсюда. Мяу, согласен. Так, я убегаю первой. Так, приготовились. Раз, два, три. Ты куда? А как же меня лечить? Хорошо, хоть кошечка со мной осталась. Мурмяу, лечи меня. Вообще. Срочно нужно убегать. Мяу, я пошел, пока. Давайте полейте здесь без меня. Ты куда? Вообще. Ну вот, все меня оставили. Вообще. Ты что, меня собралась лечить? Вообще? Мне же нужно на ком-то тренироваться. Я же хочу стать доктором. А ты будешь мой первый пациент. Откроем наш набор. Доктор Яна вас вылечит. Померяем температуру. Это не больно? Нет. А куда? Вот так вот. Температура! О нет, я сейчас вас вылечу.
Закройте горло, посмотрим. Я не хочу. Что? Готовься, я сейчас буду слушать. Не надо, мне кажется, уже лучше. Так, может, не надо, не надо. Я посижу здесь, вот у меня вот я одеяло. Ладно, слушайте меня. Все? Да. Все? Все хорошо. Диагноз. Какой? Вы простудились. Вообще. Не бойтесь, я вас вылечу. Так, нужен теплый шарф. Принесла. А, холодно. Вообще. О, нужен еще рыбий. Может, не надо? Надо, надо. А вот и рыбий еще кошка. Так. Кота. Спасибо. Он убегает. Рыбий жир, может, не надо. О, какая гадость, это рыбий жир. Пейте и не вредничайте. То укол сделаю. Ладно. Фу. А, еще нужны витамины. Фу, не хочу витамины. Надо, надо. О, витамины. Редька и яблочко. Витамин С. Уже иду. А вот и я с витаминами. Ешьте яблоко. Я не хочу. Надо. Не хочу. Надо. Надо. Все. Скушайте мандаринку и будьте здоровы. Вообще, не хочу. Надо. Фу. Вообще-то вкусно. А чего? Ну да. Надоело лечиться. Лучше бы шапку одела. У вас кашель! Нужна срочная ингаляция! Сейчас будете дышать! Нужно посидеть в маске, подышать лекарством. Спасибо. А долго? 5 минуточек. Ну все, доктор, я здорова. Еще не здоровая. Нужно парить ноги. Все, принцу, 1 минуту. А вот и водичка. А ну-ка, снимайте носки. Ставьте себе ноги. Горячо. А пока посмотрите. Вспомнила! Мед нужно, мед! Какой еще мед? Нет, я не люблю! Мед вкусненько! Кушайте, вы же хотите быть здоровой! Я не люблю мед! Да! Откройте рот! Ну все, доктор, мне кажется, уже хорошо. Я уже здорова, хватит меня лечить. Не хочу. Фу. О, теперь вы здоровы. О, ну наконец-то. Фу, а то вы меня совсем уже залечили. Только не забудьте на улице идти в шапке. Да, теперь я буду знать. Кстати, ставь лайк и подпишись. Лайк, лайк. И колокольчик лайк. Oh,